Хочу передать привет всем огрызкам. Стив Джобс, наверное, переворачивается с каждой новой продукцией, выходящей на Android. И неважно, это Samsung, HTC или Motorola, все Android, это открытая операционка. А iOS далеко и далеко. Хочу просто ознакомить немного, что такое Galaxy Note 2. И что... Вот... На быстродействие, быстренько работает. И что здесь, на чем хочу заострить внимание, это на галерее. Ну, все эту галерею новую все знают это самое. Но здесь есть еще такие фишки, как, скажем, при просмотре видео. Вот мы смотрим видео. Но что мы можем делать? Скажем, настройку заходим и делаем ускоренное видео. То есть это видео мы можем ускорять намного быстрее. И вот как выглядит видео на этом прекрасном массаже. Яркость, сделанная на автомате. Вот такая вот передача экранов Samsung. И еще хочу показать, как выглядит другие видео, скажем, сделанные мною. Чтобы посмотреть, можно примерно вот так вот. Это сделанное камерой Samsung. Вот что такое Samsung, как видео показывает на Samsung. И могу еще показать, как игры на Samsung. Это заходим, скажем, любую игру взять, вот скажем, вот эту вот игру, как идет игра. Немного неудобно мне для съемки, но вот так вот попытаюсь показать. Одно удовольствие. Так что очередная модель под названием Samsung Galaxy Note 2. Это новый гвоздь в крышку iOS, айфонов, дрэкфонов и прочим мусором, которые остались от жлоба Джобса здесь. Вот что такое удобный, быстрый за стилус, особенно это прелесть. Вот могу показать сегодня свои художества, что немного сделал аппликации. Вот над начальником своим подшутил, как он и Лев. Вот показываю. Удобство, класс. Плюс поставил еще 64 гигабайта карты Zikaron, и можно качать. Пока закачал он все серии Мастера и Маргарита, все серии Бригады, все серии Дронга и так далее. Всем рекомендую Samsung Galaxy S Note 2. Вещь, ближайших полгода конкурентов нету. Следующий год, конечно, будет в Масахе Full HD разрешение. На данный момент это лучшее решение на рынке. Всем спасибо за внимание. Привет огрызкам. The Audi.